Друзья мои, всех приветствую. Сегодня, как и обещал вчера, очередной нож на канале. Как вы можете обратить внимание, это муравей. Это второй нож для одного заказчика. Вчерашний нож тоже был для этого человека. У него уже там не один, не два, по-моему, даже не три ножей, моих ножа у него. Как бы такой постоянный заказчик мой, в общем, так можно сказать. Как и вчерашние ножны, эти выполнены из кожи растительного дубления, производства Турции. Также многоцветный окрас, оранжевый, тут есть зеленый, синий, черный по краям. По конструкции ножны выполнены в стандартном стиле. Шейный подвес, так как этот нож позиционируется как шейник. Микарта, как и на прошлом ноже, такая же. Брусков. Здесь вот такие чуть-чуть поярче микарта у меня была. Не хватило. Из такой же микарты я, в общем, такие повесил, чтобы тоже были, как и на том ноже. Вот, ну, по ножным, в принципе, ничего такого. Шейный подвес, страховочный хлястик, нож сидит плотно, хорошо зажат. Собственно, вот. Сам нож, это муравей. Такая вот яркая микарта, обожаю яркие цвета. Насечка уже на этом ноже. Ровная, как всегда, цепкая, но не наминающая. Муравей вообще один из самых моих любимых ножей. Обожаю небольшие ножи. Я в Telegram выкладывал небольшой фрагмент видео, где после закрытия лицензии на косулю я муравьем заказчика с Дальнего Востока, в общем, он мне разрешил, и я его ножом разделывал косулю. У меня как бы есть три кусочка этого видео, ну, на YouTube, понятное дело, я выкладывать его не буду. Вот. Сталь на этом ноже также Elmax, как и на том ноже. Штифты карбон, темлячная трубка латунная, мозаичная. Финиш на клинке Black Wash, так называемый Black Wash. Вот такой вот муравей. А этот нож по толщине, по-моему, 2,8 здесь. Для муравья это самая оптимальная толщина. Просто обалденная. Он легенький, резучий. Геометрия просто скальпель. Ну, понятное дело, нож заточил. Учитывая, что это Elmax, срез там просто бомбический. Тут, ну, блин, тут даже не надо его тестировать. Просто достаточно понимать, какая геометрия. Сведение здесь очень тонкое. Вот можете обратить внимание, я не знаю, если будет видно на видео. Ну, короче, подвод здесь есть под 18 градусов на сторону. Блин, хер узнает, как показать. Короче, есть здесь, вот, есть здесь подвод, это 18 градусов. То есть, соответственно, можно себе представить, он почти в ноль был сведен. Ну, не почти, а практически в ноль. Там в некоторых местах вообще в ноль. То есть, потом после формирования РК, тут, не знаю, наверное, 0,1, может, так где-то. Очень удобный нож, легкий, незаметный, всегда под рукой, на шее, просто супер. На этот нож уже полно обзоров на моем канале, поэтому даже не знаю уже, что сказать. Ну, блин, те, кто следит за моим каналом, они уже знают. Да, очень часто заказывают вот два, как этот заказчик, вот прошлый нож, который без названия, и этот. То есть заказывают более-менее полноразмерный нож и плюс муравей. Вот муравей как дополнение идет практически к любому более-менее большому ножу. Ну, для меня большому. То есть вот с клинком там за 100 миллиметров. Вот муравей идет как просто идеальное дополнение. Но уверяю вас, что
на природе основная часть работы будет делаться вот этим ножом. Да, большие ножи, конечно же, они нужны, я не спорю. Но основная часть вот всех задач это вот небольшой нож. Собственно, поэтому я их люблю, потому что этими ножами, ну, 90% всех работ делается этими ножами. Они удобные, они легкие, они резучие. Что еще про них сказать? Все, друзья мои. Такая вот яркая парочка. Сейчас отправлю фотографию заказчику. Ну, он, в принципе, видел его еще до нанесения гравировки. Поэтому я думаю, что все нормально. Упакую и, скорее всего, завтра ему отправлю. А вы, друзья мои, подписывайтесь, кто не подписался. Очень много смотрит неподписанными на канал. Скоро будут очень интересные ножи с очень интересными сталями, для меня, по крайней мере, и также новыми для меня. Я уже их отслесарил, сейчас только вот отшлифую, завтра, наверное, начну, отшлифую и начну собирать. Что-нибудь интересное хочется сделать. Вот, так что, друзья мои, подписывайтесь на канал, комментируйте, обязательно ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!